Мы танцевали «Я зима», «Веселый джаз» и «Калинка». И танцы эти принесли победу. Воспитанницы Ростовского театра танца «Галатея» на Дельфийских играх золотом. За высшие достижения сначала внимание телекамера, затем аплодисменты гостей праздничного шоу. На сцене подводят итоги 5 дней соревнований. И первая в общекомандном зачете хозяйка игр – Ростовская область. Ростовская область выступила очень успешно. 26 медалей различного достоинства. Это практически во всех номинациях. В номинации 29, 26 медалей разного достоинства. 22 дипломанта. Дон впервые принимал Дельфийские игры. К нам приехали молодые таланты из всех регионов страны. И это рекорд. Такой полной явки на творческих соревнованиях не было ни разу. 20 площадок, 29 номинаций. Битвы были нешуточные. Даже на прогулку по южной столице времени не хватило. Разводят руками участники. Но тут же делятся планами. В последний день обязательно на экскурсию. Многие в Ростове впервые. Большой город, река Дон, как бы, об этом, мне кажется, всем известно. Еще знали, что он как бы такой город, что он, по-моему, построен на верх и вниз, как-то так. Вот что-то из этого связано. Но, говорят, красивый город очень. Вот мы в этом убедились. Золото, серебро и бронзу отправляются в 47 регионов страны. Это еще один небывалый показатель. Кроме того, есть новшество в призовом фонде. Лауреатам вручат премии из гранта президента. Судили спортсменов от искусства строгие, но компетентные судьи, отмечают организаторы. Из 92 членов жюри, которые приезжали в Ростов, дано более 40 – это народные артисты, даже есть СССР, России, заслуженные артисты. Более половины из них – это действующие профессора различного уровня. Теперь художники, музыканты и дизайнеры мечтают о новых достижениях на следующих Дельфийских играх. Ростову говорят спасибо и до свидания. Встречать таланты со всей страны теперь предстоит Омску. Виктория Щетинина, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.